В этом году отопительный сезон начался раньше, не только в столице области, но и в районных центрах. Камешково котельные тоже готовы к подаче тепла. Специалисты проверили исправность оборудования. Вся информация оперативно поступает в администрацию района. Постановлением главы администрации Камешковского района от 13 сентября 2022 года начало отопительного сезона в Камешковском районе планируется с 14 сентября 2022 года. Всего в Камешковском районе теплоснабжением занимаются 65 котельных. В районе 4 ресурсоснабжающие организации. Это компании «Теплосфера», «Теплоресурс», МУП Камешковского района и «ВЛАД Теплоресурс». На подготовку котельных к новому сезону администрация выделила 5,5 миллионов рублей. На сегодняшний день у нас котельные готовы на 100%. Подготовку проводили планово, были согласованы предварительные документы, в том числе и с администрацией Камешковского района. И наши представители в лице директора Курылева Максима Александровича работали согласно плану. Все работы, которые были запланированы, были проведены в полном объеме. Эта котельная на улице Молодежной отапливает 21 многоквартирный дом, 3 детских сада и школу-интернат. Ее отремонтировали в 2017 году. По словам местных жителей, после проведенных работ в квартирах стало намного теплее. Я здесь живу уже очень давно, с 96 года, и есть с чем сравнить, что было до 2017 года и что стало после реконструкции и модернизации котельных, которые находятся в нашем городе. Можно сказать, небо и земля. Потому что раньше даже в домах люди ходили, допустим, там в теплой одежде, в куртках даже, и в теплой обуви. А сейчас свободно можно ходить в легком халатике, в шортиках. Дома тепло, уютно, вода горячая. Все замечательно. К началу отопительного сезона в новой котельной подготовили теплообменные агрегаты. Также проверили котлы и автоматику. Это необходимо, чтобы свести к минимуму риск коммунальных ЧП. Это газовая котельная. Ее мощность до 11 мегаватт. Специалисты говорят, что даже холодной зимой жители микрорайона не будут мерзнуть в своих квартирах. И у них всегда будет горячая вода. Екатерина Кравченко, Сергей Власов.